часы, настенные наручные настольные, будильники, барометры, аксессуары, подарочные сертификаты. Часы – лучший подарок. Магазин «Часы», Первоуральск, Чкалова, 43. Полуголодные, худющие дворняги. Глазами умными. Нас поразили так. А мы на них гранаты надевали, чтобы потом отправить их под танк. Со второго класса мне понравился стих. Называется он «Баллада о собаках». Когда я доклад делал о Великой Отечественной войне в связи с тем, что у нас еще и были много собак, запал этот стих в душу. После этого я уже с ним дальше пошел. В остальных докладах был конкурс чтецов колледжа. Пошел с этим стихотворением на него. Пригласили от колледжа выступать в областной конкурс. Если будут подобные конкурсы, скорее всего, приму участие. Собак я не любил и ненавидел, рассказывал седой участник войн. Историю о том, как шел великий бой, и мало кто в бою том страшном выжил. Рассказ подробный в памяти остался. Запал мне в душу, и был рассказ о том, как на войне с людьми, с фашистами сражался. Четырехлапый, храбрый батальон. Полуголодные, худющие дворняги. Глазами умными нас поразили так, а мы на них гранаты надевали, чтобы потом отправить их под танк. Не трудно говорить о наболевшем. С войны-то мы с собаками в родстве. Эх, знали б вы, что значит танк сгоревший? Ведь это не подшедший танк в Москве. Собак я не любил и ненавидел, пока судьба нас не свела в бою. Пошли года, но где б я их не видел, с тех пор склоняю голову свою.